Всем привет, друзья! В общем, где-то 2 недели тому назад я купил себе квадрокоптер вот в этом магазине DJI. Так, может быть, ветер немножко будет плохо видно. Вот, и, короче, у них, как оказалось, должно быть день рождения скоро. И в честь этого день рождения они разыгрывали, короче, какие-то призы. Вот, и как так получилось, что на нашей улице перевернулся КамАЗ со стабилизаторами, и мы выиграли стабилизатор. Мне позвонили, вот сказали, вот я приехал за своим стабилизатором. Сейчас я вам его покажу. Круто, видео будет. Здравствуйте еще раз. Да. Вот. Вот это девайс. Как нам обещают его выдать. Сейчас я подойду и попрошу. Здравствуйте, может мне кого-то позвать? Я вот выиграл у вас стабилизатор, поехал домой за паспортом и кодом, чтобы выполнить все условия. Да, да, как раз вот нам приятный молодой человек. Проверит, не мошенники ли мы, или не подставные. Вот, чтобы все было честно, надо фиксировать. Вот идентификационный код такой у меня. Да, вот. Так что это ни разу не подстава. Вот DJI реально дарит своим. Я так понимаю, это мой лежит. Девайсик. Блин, круто, вообще никогда ничего не выигрывал дороже 150 гривен, а тут такое привалило. Радует, классно. Получился квадрокоптер со скидкой в 5000 гривен. Да? Это шикарно. Я думаю, я как бы не верил, но все-таки надежда была, и мы так заполнили. Да что у вас купил? То я собирался в сервисном центре. Ну, я не собирался там покупать, но узнать там, может, у них там дешевле, типа это, так, придвину. Вот, но у них там не оказалось. Мини второго такого. Там, купил новый. Для блогов. Так, все, документы. Столько радости. Отсканированы. Так, сейчас мы сделаем вам гарантию. Еще и с гарантией, вообще супер. Вот, да, уже подготовлен. Да. Вот, победителю. Я. Да, победитель, это я. Вот он, победитель. Супер. Это вообще топ приз. Классно. Блин, а у них нету для экшен камеры такой? Нет? Вот под эту бы камеру как-то. Ну ладно. Ладно. На телефон я тоже снимаю, в принципе. Смартфон, стабилайзер. Круто. Круто это я. Монопод. Блин, еще движение. У меня еще, честно говоря, у меня такого девайса никогда не было. Ну, это будет круто. Ум, Active Track еще. Блин, оно как квадрокоптер еще. Это спотлайты держит. Все классно. Так, а где мой паспорт? А как паспорт я вам верну? Нет, паспорт. Верните паспорт, забрали. Отсканировать. Да, теперь ты должен тут отработать его. Квадрик. Так, это гарантия? Все, такая вот. Все, такая вот гарантия. Сколько гарантия? Гарантия 1 год. Аккумулятор встроенный, ясно. Там сзади можно перевернуть, посмотреть на тело. Ага. ОМ4 его там. Ага, ОМ4, так. ОМ. Удобный аккумулятор. Ясно.
USB кабель, гарантия, штатив 3 месяца. Все. Все хорошо, все классно. Можно, пожалуйста, положите. Все. Все, не обманывать держа, ребята. Покупайте квадрики. Тут еще вон, заходите, смотрите. Я просто не заснял, как бы как я его покупал, хотел, но потом думаю, что смущать продавцов. И так хожу с этой камерой, там люди это немножко обижаются, наверное. Но тем не менее, вот такое. Я только себя снимаю. Вот, все, спасибо. Все, счастливо. Всего доброго. Все, я получил. Все. Пока.